Привет, я Влад Широк. Подсознание может все, Джон Кеха, и, собственно, буду ее читать вам. Книга еще не распечатана, сейчас я ее распакую и начну, собственно, чтение. Джон Кеха. Подсознание может все. Джон Кеха. 1975 году Джон Кеха ушел жить в леса, чтобы в течение 3 лет вдали от цивилизации изучать и постигать внутренние механизмы работы человеческого мозга. Черпая информацию из самых разнообразных научных и духовных источников, а также опираясь на личные наблюдения и опыт, Кеха разработал свою первую простую и весьма удачную программу развития силы мозга. В 1978 году на основе разработанных принципов он начал обучение людей, и уже к 1980 году его лекции пользовались колоссальным успехом во всем мире. Последние 20 лет Кеха занимается обучением. В настоящий момент он с женой живет на северо-западном побережье Тихого океана, продолжая издавать книги и выступать с лекциями. Слово благодарности. Я признателен Джойсу Гамильтону, помогшему оформить мои устные лекции в письменном виде. Под его руководством эта книга появилась на свет. Я также благодарен Рику и Дженнифер Бейротсто за их советы и помощь в издании книги. Сарайя Отман, моему деловому партнеру и другу, чьи настоятельные требования «книга должна быть сделана», побуждали меня действовать, и, наконец, моей жене Сильвии за ее любовь, поддержку и товарищество. Спасибо вам всем. Джон Кеха. Введение. Я хочу поделиться с вами рядом важных приемов, необходимых для создания новой действительности. В книге «Подсознание может все» я приведу историю многих людей, успешно применяющих их на практике, и объясню, почему они так эффективны. Управлять силами Вселенной и активно работать над осуществлением своих целей очень заманчиво. Моя книга познакомит вас со всеми необходимыми для этого приемами. Вам останется только использовать их в повседневной жизни. За 20 лет я с большим удовольствием обучил по этой системе более 100 тысяч людей. Теперь с появлением книги с ней смогут познакомиться еще миллионы людей во всем мире. Если вы впервые держите в руках эту книгу, добро пожаловать. Я уверен, что мои открытия во многом помогут вам. И лично мне очень приятно представить вам систему «Подсознание может все». Глава 1. Иной взгляд на реальность. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир. Чтобы использовать силу мозга, совсем не обязательно знать законы физики или понимать сущность реальности. Вам ведь не обязательно знать устройство карбюратора или систему зажигания, чтобы водить автомобиль. Лишь немногие разбираются в автомобилях, но это не мешает большинству людей управлять ими. Точно так же обстоит дело и с силой мозга. Любой может овладеть основами этой системы и успешно применять ее на практике в повседневной жизни. Мы начнем с изучения сущности, реальности, особенно поразительных открытий, сделанных в науке за последние 20 лет, которые помогут лучше понять, как мозг создает свою собственную реальность. Они объясняют, почему визуализация или мысленное представление – это не просто ненужные мечтания, а творческий процесс, помогающий человеку контролировать и
направлять энергетические потоки, способные склеивать вещи, превращать жидкость в пар или вызывать набухание и рост семян. Осознав сущность этих энергетических потоков, вы придете к пониманию сущности мозга и увидите, что вдохновение, молитва и интуиция не являются чем-то сверхъестественным, а подчиняются законам, которые могут быть открыты и применены по воле человека. Как и все известное человеку во Вселенной, силы мозга управляются законами, которые, если освободить их от научной терминологии и представить в доступном виде, может понять каждый. Разрешите мне познакомить вас с увлекательным миром этих открытий. Современная физика рассматривает Вселенную как безграничную, неделимую сеть динамической активности. Она не только живет и постоянно изменяется. Все ее составляющие влияют друг на друга. На первичном уровне Вселенная представляется целью, неделимой, этаким бездонным морем энергии, пронизывающим каждый предмет и каждое действие. Она вся едина. Одним словом, сегодня ученые подтверждают то, о чем уже тысячелетия говорят мистики, ясновидцы и оккультисты. Мы не отдельные элементы, а часть одного гигантского единого целого. Когда срывают травинку, вздрагивает вся Вселенная. Высказывание из древних Упанишад. Современная физика изменила наши взгляды на материальный мир. Сегодня уже никто не утверждает, что частицы состоят из какого-то основного вещества, и их считают пучками энергии. Они могут совершать внезапные перемещения, так называемые квантовые прыжки. В одних случаях действуя как единое целое, в других же как волны чистой энергии. Реальность течет, ничто не постоянно, все являются частью модели, находящейся в непрерывном движении. Даже скала – это результат бешеной пляски энергии. Вселенная жива и динамична. И мы сами, находясь в ней и будучи ее частью, живы и динамичны. Вселенная – это гигантская голограмма. Теории, положившие начало открытию голографического эффекта, были впервые разработаны в 1947 году Деннисом Габбаром, позднее удостоенным Нобелевской премии за свое открытие. Голограмма представляет собой явление, в котором целое содержится в каждой из его составляющих. Например, морская звезда обладает определенным голографическим эффектом. Если у нее отрезать какую-то часть, она отрастет вновь. Более того, из отрезанной части может вырасти новая морская звезда, ее генетический код заложен в каждой из частей. Несколько лет назад на выставке голограмм я увидел фотографии, сделанные с применением голографического эффекта. На одной из них была изображена стоящая женщина. Взглянув на изображение справа, вы видели уже другое изображение. Женщина закуривала сигарету, ее, если взглянуть слева, фотография вновь изменялась. Женщина игриво выставляла вперед бедро. Если бы эта фотография вдруг упала и разбилась на множество осколков, то каждый из них содержал бы не то, что вы ожидаете увидеть. Кусочек туфельки или платья женщины, либо часть ее лица, а цельное изображение женщины. Посмотрев на любой из осколков с разных сторон, вы снова увидите, как меняется изображение. Женщина то закуривает сигарету, то заставляет в соблазнительной позе, то застывает в соблазнительной позе. Каждый осколок содержит в себе целую картинку. Сейчас приходят к выводу, что реальность по своей сути тоже голограмма, и работа мозга также основана на голографическом эффекте. Наши мыслительные процессы имеют много общего с низшим уровнем развития. Вселенная и состоят из того же вещества. Мозг – это голограмма, отражающая голографическую Вселенную. Авторами этой необычной идеи являются двое выдающихся мировых мыслителей физика Лондонского университета Дэвид Бом, ученик Эйнштейна и один из
и один из светил мировой квантовой физики и нейрофизиолог Стэнфордского университета Карл Прайбрам. По воле случая они совершили свои открытия совершенно независимо друг от друга, работая в разных областях науки. Бом пришел к выводу о голографической природе Вселенной после нескольких лет неудачных попыток объяснить все процессы и явления квантовой физики с помощью традиционных теорий. Прайбрам, занимаясь изучением человеческого мозга, также убедился в неспособности традиционных теорий разгадать его многочисленные загадки. Для обоих ученых голографическая модель внезапно наполнилась смыслом и послужила ответом на многие прежде неразрешимые вопросы. Они опубликовали свои открытия в начале 70-х годов. Их работы нашли живой отклик в научной среде, но, к сожалению, так и не получили широкой известности за ее пределами. Некоторые отнеслись к ним скептически, а какая научная теория избежала такой участи? Однако многие ведущие ученые мира примкнули к рядам их сторонников. Ученый из Кембриджа, лауреат Нобелевской премии по физике 1973 года Брайан Джозефсон назвал теорию Бома и Прайбрама прорывом в понимании сущности реальности. С этой точкой зрения согласен и доктор Дэвид Питт, ученый-физик канадского Королевского университета и автор книги «Мост между материей и мозгом», утверждающий, что наши мыслительные процессы немного более тесно связаны с физическим миром, чем многие предполагают. В 1979 году Роберт Джон Джан, декан школы технических и прикладных наук Принстонского университета, разработал программу по изучению роли сознания в выявлении материальной действительности. Проведя тысячи экспериментов, Джан и его помощники опубликовали свои открытия, обнаружив, что имеются все основания утверждать: мозг может непосредственно влиять и влияет на материальную действительность. В 1994 году ведущие ученые и педагоги мира собрались в Принстонском университете, чтобы обсудить, как можно развить эту поразительную теорию и применить ее на практике в конкретных областях науки. Это открытие действительно необычно, поэтому попытки применить его результаты на практике неизбежно связаны с многочисленными сомнениями и колебаниями. Взаимодействие сознания и материального мира уже не представляется сегодня чем-то фантастическим. Сознание и энергия в ее тончайшей и наиболее динамической форме – это помогает понять, почему наши фантазии, мысленные образы, желания и страхи оказывают влияние на реальные события и объясняют, как материализуется созданный мозгом образ. Подобные открытия, касающиеся сущности и реальности, могут стать движущей силой для нашего дальнейшего совершенствования и роста. Осознав, что он является частью открытой и динамической Вселенной, и что его мозг играет решающую роль в создании реальности, человек сможет развить более активный и творческий подход к жизни. Теперь ему не нужно стоять на обочине, наблюдая за происходящим со стороны. Новые открытия позволяют понять, что обочины нет и никогда не было. Все основано на взаимном влиянии. Куда бы мы ни шли и что бы мы ни делали, наши мысли творят окружающую действительность. Эйнштейн как-то сказал: «Открытие новой теории подобно восхождению на гору. Когда взору открывается новая и более широкая панорама, именно это и происходит с вами при чтении этой книги. Очень скоро, когда вы откроете свои истинные возможности, ваше мысленное восхождение будет вознаграждено».